Планшет Prestigio Smart Kids. Вот состояние. Маленькие царапины на дисплее. А это даже на пленке. То есть это дисплей сам не задет, это вот пленочка. Вот. Дальше что? 2500 мАч аккумулятор. Все работает. Зарядка поменьше, но зарядим. Вот. То есть все работает. Все работает плавно, аккуратно. Звуки есть, как вы уже слышите. Вот. 4%. Вот. Просто планшет давно не заряжался. А так вот полностью рабочий планшет. Для ребенка самое то. Прорезиненный. То есть ударов он так таковых не боится. Вот, в общем, очень хороший планшет.